Это будет нечто лирическое, да? Про некоторое семя. Оджебан, гум согесо, чивл су опши кипке бен, кудэ янги, нэ кёте, ёгмони иссо-джо, бого иссо-до кривун кудэ. Красиво. 절대 채울 수 없다는 걸 잘 알면서도 Это уже мюзикл такой. 나는 뭘 그리도 가지려 했나 Давай, красиво. 부서지는 모래성처럼 변해가는 사람들 날 위한 너의 기도 잊지 않을게 나의 맘에 꽃잎이 되어 날리는 나의 삶에 길이 돼주어 캄캄한 나의 Вот в чем проблема таких песен? Точнее, проблема делать реакцию на такие песни. Это как бы лирическая песня. Которая вот именно больше упором на вокал. То есть ты кроме вокала тут ничего такого больше как бы оценить не сможешь. Ну, кроме самой еще музыки. Потому что музыка в таких балладах, скажем так, она всегда красивая. Она всегда тебя располагает. Эти такие клавиши без ничего лишнего, хорошо, вкусно и приятно. Ну и вокал. Вокал. Ну, я слышал его сольные треки. Я знаю, на что он способен. Я помню его в Big Bang. То есть, ну вот в этом треке, возможно, как-то из-за того, что я его давно уже не слышал, восприятие его немножечко изменилось. И такое типа, а вот ты его так умеешь делать. То есть, я слегка впечатлен, удивлен. Потому что я как бы, я вообще не знаю, о чем песня. Потому что я ничего не читал. Я не знаю, что, как, почему, как всегда. Но судя по клипу, по картинке, по настроению, какие-то, возможно, будут переживания. И название трека «Зерно». Зерно чего? Непонятно. Так что я не буду оценивать в дальнейшем музыку и вокал. Я... Все красиво. Все классно. Просто насладимся красивой музыкой. От этого молодого человека. Да. О, гитара. Вот в музыке было до этого три инструмента. Клавиши, бас и его вокал. И вот сейчас добавилась гитара. Меня почему-то отсылает вся эта атмосфера на клип «Последний Биг Бэнг», где они... Я забыл его название. Короче, камбэчный клип «Биг Бэнг» последний. Вот тоже было похожее звучание, такое похожее на настроение. Вот. Но были другие краски совсем. Но тем не менее... Красиво звучит, красиво. То есть при минимальном количестве инструментов можно такую магию создать. В этом прелесть баллад. Да. Блюз.
ничего. Как будто по старым местам прогуливается. Оглядывается на прошлое. Майкл Джексон. Отсылочки. Такое его прям внутреннее я. О, рассвело. Ну окей, у меня есть одна загадка. Что и почему? Да, после этой реакции не уходим, а идем по ссылочке в описании, смотрим next track. Вместе с лисичкой. Короче, я не знаю, о чем он пел, но судя по картинке, потому что мы видели и по настроению, возможно, он прощается с какой-то частью своей жизни. И название «Семя», возможно, как его новый этап жизни, скажем так. Вот он, вот весь клип был черно-белый, возможно, он посадил семя. Клип стал сразу резко цветной, и это как будто его новое начало, новый его виток жизни. Возможно. Все эти вот локации, я не знаю, возможно, где вот была локация с улицей, это отсылка на какую-то, возможно, старую работу Big Bang. Я помню, что у них были клипы в похожих локациях. Возможно, как такая дань группе, дань памяти тому, что было. Не знаю, трек красивый. Тут вообще просто без каких-то... Разве есть баллады некрасивые? Нет, конечно, все баллады красивые. Тут нет какого-то такого плохого. Вокал классный, музыка красивая, все, картинка черно-белая, все красивое. Это сразу такое тебе дает настроение. Вот. У меня есть информация, я пойду сейчас ее сейчас почитаю, и, возможно, я пойму намного, намного больше. А пока я читаю, подпишись на канал, подпишись на наш телеграм-чатик, на телеграм-канал, на Boosty, все ссылочки есть в описании, залетай, у нас интересно и лампово. И можете пообсуждать возвращение этого молодого человека у нас в чатике. Подписывайся, я пошел. Как я, в принципе, и предполагал, мне не зря показалось, что камбэк Big Bang с их клипом «Натюрморт» очень сильно как бы пересекается с этим треком. И по словам самого же этого молодого человека, это продолжение, скажем так. Потому что они написали трек, туда вложили свои эмоции, переживания, получили фидбэк. И вот в этом клипе Тиан в работе этой, он уже именно изложил конкретно свои мысли по поводу всего этого дела. Также он сказал, что есть английское название «In My Heart», в моем сердце, но это не до конца как-то выражает его все чувства, поэтому они придумали именно слово «семя» как нечто новое, новый этап жизни. Все, как я предполагал, я шарю за кей-поп уже походу. И как заметили в VIP фандом, что Тиан очень часто сравнивал отношения Big Bang и фанами как дерево. То есть что это вот... То есть дерево, возможно, осталось, а возможно, уже и нет. И только осталось это вот маленькое семя, которое взросло вот в этом треке, в его новом альбоме, скажем так, в новом этапе жизни, витке. И, собственно, да,
По тексту, да, тут примерно то же самое. Только я не понял, к кому он обращался в этом тексте. Тут как бы тоже про это вот, про некие переживания, как, что делать дальше, куда идти, куда, почему. Возможно, он обращается к какой-то мадам в поисках некой поддержки. Не знаю, возможно, это обращение к фандому. Тут только он знает. Ну и, собственно, фандом. В целом, работа классная. Я такого не ожидал, но я удивлен, что... Приятно удивлен, что это продолжение их группового трека. Вот. Есть развитие. Так что будем слушать еще и его работу с Лалисой. Что они там придумали. И как-то так.